Лучшие фигуристы страны из Твери, Санкт-Петербурга, Ухты, Нижнего Новгорода и других городов выступили в Кирове на льду спорткомплекса «Союз». Прошли соревнования по фигурному катанию среди юношей и девушек, имеющих разряд не меньше кандидатов в мастера спорта. За прыжками и вращениями наблюдала Марина Крашенинникова. Фигуристка из Перми Светлана Скоробогатова приехала выступать в Киров впервые. На этих всероссийских соревнованиях на призы Сергея Кирова девушка конкурирует с сильнейшими. На лед выходят только кандидаты и мастера спорта. Несмотря на то, что Светлана занимается фигурным катанием 12 лет из своих 16, волнуется ничуть не меньше. Совсем недавно многое в спортивной жизни пришлось поменять. Я не каталась 5 лет в одиночном, каталась в танцах на льду. Ты катаешься, отвечаешь сама за себя. Вот если что-то не получилось, то ты виновата сама. А в паре, получается, если сорвали один элемент, то наказываются оба партнера. Подобрать и удержать правильного партнера для парников – самая сложная задача. Но и те, кто выступают в одиночной программе, сталкиваются с огромным количеством трудностей. Выступление перед судьями красивое, отточенное и такое непринужденное на первый взгляд. А за кулисами – долгие годы ежедневных тренировок по 5 часов, жизнь на сборах и строгие диеты. Лидия Комаровских, кировский тренер, слагаемые успехи знает не понаслышке. Должны быть одаренные дети, одаренные спортсмены, тогда только можно работать на результат. Это должно быть и музыкальное, как бы сказать, чувство слуха очень хорошее, и физические данные, именно относящиеся к этому виду спорта. Травмы, но мы стараемся их не допускать. Режим, как у каждого спортсмена, это раннее вставание, естественно. И заниматься надо, начинать с маленького возраста. На этом старте никто из кировских девушек не смог войти в тройку призеров. А вот юноши выступили успешно. По программе мастеров спорта первым стал Дмитрий Шульгин, третьим – Михаил Домнин. Среди кандидатов в мастера золото завоевал Дмитрий Рылов. Марина Крашенинникова, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давичи.